Если вам становится быстрее, посмотрите, не так... Если вы сегодня солнце светит, отличная погода, может быть, это на руку во рынке. Условия так или иначе, они подходят и тому, и другому. Ну, а о тактике мы еще поговорим, но давайте сейчас вспомним события вчерашнего дня. Китаянка, чемпионкой открытого чемпионата Австралии. Ну и она поговорила с Мацо Веландерой. Интервью в нашей студии.